счастью, конечно, наука движется вперед, как во всем мире, так и в нашей стране. И в хирургии именно молочной железы сейчас намечены очень большие сдвиги. И, скажем так, прорыв реконструктивной пластической хирургии, так сейчас на рынке есть и большой-большой выбор имплантатов, как с секстурированным покрытием, с полиуретановым покрытием. Есть различные синтетические, биологические материалы, необходимые для реконструктивной хирургии. Развиваются, совершенствуются микрососудистые, микрохирургические методики в реконструкции молочной железы. И на это указывают все вот эти вот масштабные конференции по реконструктивной пластической хирургии, которые проходят сейчас в нашей стране с приглашением, в том числе и зарубежных специалистов. Поэтому все, что касается хирургии, то, конечно, она продвинулась очень далеко вперед по сравнению с прошлыми годами, когда преимущественными операциями были радикальные мастектомии, не говоря уже про органосохраняющие операции. Что касается химиотерапевтических методов лечения, то, конечно, здесь также на рынке появляется большое количество препаратов, но здесь есть стандартные схемы, и об этом, конечно, могли бы более подробно рассказать уже химиотерапевты по поводу прорыва, но, безусловно, там также есть большие тенденции к совершенствованию методик.